Мои утятки. Мои утята сегодня одни, без мамы утки. 3 недели моим утятам уже. 3 недели водила их мама утка. Не знаю, что случилось с уточкой. Она приболела. Перестала кушать, водичку пила, но кушать перестала. И вот вчера вечером я обратила внимание, что когда их кормила, она уже перестала кушать. Водичку она пила, а кушать она не кушала. Вот она стояла на одном месте. Странно. И уже их не водила за собой. И вот на следующий день утром, когда я их кормила, я обратила внимание, что она опять же ничего не кушает. Водичку немножко попила и потом стоит опять на месте одном. Вот. Я уже испугалась за эту уточку, потому что эта уточка не моя. Ее мне дали временно, чтобы она поводила маленьких утят. То есть пока подрастают утятки. Но я надеялась, что она с ними еще побудет хотя бы до месяца, а может быть даже и больше. Но вот что-то с ней произошло. Я уже думаю, может она скучает и хочет уже селезня, может быть она хочет вернуться в свою семью, что она так себя вела. Я, естественно, ее отдала. Пока она живая, то думаю, еще отправится на тот свет, а я потом буду волноваться, как бы отвечать за нее. Не хотелось бы этого увидеть. И я решила ее отдать хозяйке. И вот мои маленькие утятки остались одни. Вот, сегодня они первый день без мамки. Они не в понятке вообще. Сами себе хозяева, что хотят, то и делают. Мамки нету рядом, что делать? Ну, кормушечка у них стоит. Кушать они знают, как и где. Водичка в поилках стоит. Водичку они пьют, кушают, как бы. Все это они делают. Ну, вот кучкуются. Ну, вдобавок, сегодня еще и погода такая у нас пасмурная. Дождик весь день моросил. Такая немножко противная, можно так сказать, погода. Но дождь нужен. Давно дождя не было. Нужен дождик. Что ни говори, он нужен. Потому что земля вообще сухая у нас. Кошмар прямо. Ну, вот им хорошо. Я специально для них сделала тут домик у них тут стоит. Вот такой вот. Сейчас я покажу домик. Вот он, домик. И под домиком вот я подняла на 4 кирпича высоту дома, чтобы они могли проходить под него, под этот домик, и находиться, и прятаться. Могли прятаться под домиком от дождя, от снега, если будет снежочек. Вот. Поэтому я спокойно их выпустила на улицу. Потому что знаю, что они вот там прячутся мне. То есть они не мочатся. Вот они так кучкуются, малыши. Кучкуются. Согреваются таким образом. Вот. Этим утяткам 3 недели уже. Хорошо, что хоть мама утка успела эти 3 недели за ними поухаживать. То есть они все равно грелись под ней. Она же их грела своими крылышками, когда они были совсем махонькие. Вообще с мамой уткой утят содержать очень выгодно и беспроблемно.
Не надо их обогревать, не надо их под лампой держать. Особенно сейчас, в осеннее время, сейчас октябрь, середина октября, холодно уже на улице, по утрам-то вообще плюс 2, плюс 3 градуса уже по утрам. И утяткам холодновато, благодаря тому, что с ними была мама уточка, она их согревала хоть немножко, но согревала. Сейчас придется привыкать без мамы утки. Да? Мы уже становимся подростками? Или еще нет? Или у нас еще ясельный возраст? А, малыши? Рыжик тут пришел. Рыжик. О, вроде бы повылазили со своего укрытия мои малыши. И опять они туда прячутся, а? Эй, маленькие, шо вы там только сидите, эй? Что, Рыжик, что? Что ты мяукаешь? Иди сюда. Что, мальчик? Что ты хочешь, а? Ты тоже ласки хочешь, да? Ты тоже хочешь ласки, а? Малыш. Куда вы убегаете, а? Ну, куда вы убегаете? Хочу. Рыжик, ты сюда не лезь. А ну, давай, иди отсюда, тебя тоже утятки боятся. Давай, тебе здесь не место тебе здесь, давай. Вот они, мои красавцы, вышли уже, да? Вышли мои маленькие утяточки. Без мамы мы сегодня, да? Без мамы. Ничего, мы выдержим, да? Выйдешь. Осенью тоже можно выращивать утяток маленьких. Особенно, я повторюсь, если с ними есть мамочка, которая водит их за собой, греет своими крылышками, учит их жизни. А нам остается только их кормить, поить. Ну ты посмотри, рыжик, ну блин, лазит тут и все. Рыжик, ну не надо тут ходить. А? Не надо, тут утятки. Давай, идем. Давай, выходи отсюда, выходи, давай. Не пугай их, не пугай, а то он опять побежали, кабасики мои побежали. Вот они тут сидят. Целый день они тут сидят. Ну вот, уже темнеет. На улице плюс 12. Утятки, вы где? Вон они. Несмотря на то, что сырая погода, дождик целый день моросил у нас. Вот. Утятки сбились в кучу. Уже пора ложиться спать. И сейчас я буду их собирать. И укладывать в домик. На ночлежку. Конечно, буду отключать камеру, потому что одной рукой, конечно, я их не споймаю. Они такие юркие. Изворотливые. Ух, шустрые. Бегать надо за ними только так. И самое лучшее это вдвоем. Вдвоем за ними бегать. Потому что один бегаешь по всей территории, пока споймаешь. Ну ничего, справляемся. Ну все, ложу их спатки. А то они бедненькие уже хотят. Мамки рядом с ними нету.
Ими так страшно одним, пока освоится, привыкнет. Мои малыши, споймала всех и закинула сюда в домик маленький. Вот так вот у них тут сено есть. Все, иди, иди, иди туда, иди, иди, иди. Все, сейчас пока ночи не холодные, поэтому, думаю, не замерзнут. Все, все, тепленькие. Ой, они такие горяченькие. Ха-ха. Так они друг друга будут греть. Горяченькие. Все, все, не трогаю вас, все. Куда ты лезешь, куда ты, друг на дружку? Ну, грейтесь, грейтесь. Все, не буду вас трогать. Оставляю вас в покое. Надо еще идти курятники закрывать. Цыпочек, курочек. Всех надо закрывать. Да? Давайте. Что тут у тебя? Ну, стой, прицепилась. Стой, 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 стой. Прицепилась тут. Ой. Что ты там? Ну, все, все, иди, иди. Иди, иди. Иди туда, иди, иди. Все. Все. Кучкуйтесь, все. Грейтесь, не буду вас трогать. Все, давайте. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Давайте спадки. Рыжик. А, Рыжик? Ты тоже меня тут преследуешь, а? Рыжик, что ты меня тут преследуешь? Что ты там нашел? Что ты там нашел? А, Рыжик? Что ты там нашел? Пошли укладывать всех спадки.